Всем привет, народ. Продолжаем мучение, короче, вампира. В принципе, у меня есть еще пока что чем воскресить союзников, но я хочу как можно больше самостоятельными силами зачистить, потому что они, блядь, сейчас я их воскрешу, они опять соснут, как обычно. Надо что-то своими силами решать пока. Так, сейчас наверху будет двое. Один раз мне удалось их довольно быстро завалить, без особых проблем. Но тут раз на раз не приходится, тут может быть, блядь, и не срандомит. Стойте, где стоите? Криты, думаете, там, о нас, как религиозный фанатик? Приходите сюда. Избавляем вас. Вступай в бездну. Вашу душу богатства. Подойдите поближе. И вы услышите ангельские ангельские. И вы услышите голоса ангельские. Подойдите вступай поближе. Вступай в бездну. И вы услышите голоса ангельские. Ты... Ну, не идеал, конечно, но лучше, чем могло бы быть. Так, сейчас я подберу шмоты и пойду, наверное, это. Сохранюсь еще раз. Так, инвентарь у меня уже забит под завязку. Отлично. Сейчас будут опять эти бесячие уёбки, как там темный охотник или что-то типа того. Тоже очень жирные. Я не знаю, к чему у них сопротивление или все такое, но их можно убить либо очень быстро, либо буквально 3 минуты их ебашить, и они будут еще живы. Лазомбра завладевает вне. Желательно бы это по одному выманивать, потому что двух охотников я точно не выкину. Так, там. Стойте, где стоите? Блять. Подойдите поближе. Вступай в бездну! Подойдите поближе. И вы услышите голоса ангельские. Вот, видите? Вступай в бездну! Сколько там? 2-3 удара я им нанес, он отъехал, блядь. Один раз я его клампуцал, он минуты 3, наверное, жив был. Вот из-за этого рандома еще игра очень сложная, кажется. Так, сейчас там этот инвалид ебаный походит немного. Соизволит ко мне подойти, может. Эй, педрила, дай мне пить. Так. Арбалет у меня уже стрелял. А, он уже очухался, походу. Надо его сагрить, конечно. Сагрим.
Ступай в бездну! Чё, Рагер? Зверь просыпается! Сейчас мне... Да. О чём я и говорю. Пока там, блядь, звезды не сойдутся как надо, и я не буду там все хвалить простым образом, то, блядь, так и буду тут торчать, я чувствую. Лазомбра завладевает. Подойдите поближе, и вы услышите. Ступай в бездну! Близкие. Сейчас я его высосу нахер. Стойте, где стоите. Что-то он попятился, как-то непонятно. Так, из этих уродов кровь-то не высосать. Ступай в бездну! Попадай ты, это что, Шепард? Еще ни хера не помогает. Ступай в бездну! Да ёпта. Ну, это самая ситуация. Значит, я его буду 5 минут колупать. Могу, конечно, могущество накинуть. Гамарджоба. Ступай в бездну! Он не промахивался как. Ступай в бездну! Ступай в бездну! Ааа! Ааа!
строителя. Ступай в бездну! Ступай в бездну! Блять, прибежал. Тебя бы уродец высосал, да, то мне крови нужно. Типа. Подойдите поближе, и вы услышите голоса ангельские. Подойдите поближе, и вы услышите голоса ангельские. Подойдите поближе, и вы услышите голоса ангельские. Сейчас ты услышишь голоса ангельские. Так, грех не сохранится, пойду сейчас это и сделаю. Бля, смотри, сейчас на эти рожи вон. Помнишь, они, блядь, прям выражают то, что я иногда чувствую в этой игре. По самым вчера. Так, кто тут еще остался? В целом. Очень аккуратно, там сразу двое, один с топором, блядь, второй призрак горимый. Стойте, где стоите. Вы ступай в бездну! И останетесь целым и невредимым. Иди сюда. Че, за тобой бегать буду? Ты кто, баба, блядь? Смотри, какая пуська. Стойте, где стоите. Ступай в бездну! Подойдите поближе, и вы услышите голоса ангельские. Вы можете убежать от нас и останетесь целым и невредимым. Стойте, где стоите. Сражайся. Стойте, где стоите. Ступай в бездну. Ступай в бездну. Ступай в бездну. Ступай в бездну!
бы его послал не в бездну, а куда, блядь, в другое место. Как можно, блядь, просрать часть магии? Я не знаю. Ладно, ты промахиваешься по ёбаным противникам. Как можно, блядь, каст не сделать? Первую попытку. Блядь, вообще. Всё, блядь, на стол с ёбаным виноваты. Вступай в бездну! Ступай в бездну! Ступай в бездну! Эй, милая, иди сюда. Ступай в бездну! Ступай в бездну! Ступай в бездну! Ступай в бездну! Забрал. Вступай в бездну! Черномазое привидение. Вступай в бездну! Хера ты попутал. Попутал что ли? Вступай в бездну! Ступай в бездну! Ступай в бездну! Ступай в бездну! Д'Артаньян, ты просто умираешь. Ступай в бездну! Привидению попасть совсем. Там будет потом арбалетчик стоять возле лестницы на белую лестницу. Ступай в бездну! Ступай в бездну! Вот. Я к нему подряд на раз 10 попал. Нихуя не имею, блядь. Ступай в бездну! Ступай в бездну! Что ты, зараза? За счет чего ты кровь не пьешь, блядь? Ступай в бездну! Ступай в бездну! $1 million. Неужели, блядь?
Я слаб от нехватки драгоценной крови. Нехватки мозгов ты слаб, блядь. Чувака надо по-любому. Здесь там рядом призрак. Куда ж ты? Стойте, где стоите. Подойдите поближе, и вы услышите голоса ангельские. Сразу двое. Так, блять, даже не смешно. Бля, оба сагрели. Совсем что ли половым. Ступай в бездну! Ступай в бездну! Ступай в бездну! Зверь просыпается! Ступай в бездну! Вот тут я уже тебе не помощник. Зверь просыпается!
Ой, дятел, 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 дятел. Слышите голоса ангельские. Куда ты убежал, скотина, блядь? Подойдите поближе, и вы услышите голоса ангельские. Подойдите поближе, и вы услышите голоса ангельские. Вы можете убежать от нас и останетесь целым и невредимым. Подойдите поближе, и вы услышите голоса ангельские. Подойдите поближе, и вы услышите голоса ангельские. Ты... Блять, ближе не могу подойти, эти сагрятся. Что может идти речь? Мне даже крови, блять, выпить нормально не дает. Можете убежать от нас и останетесь целым и невредимым. Ступай в бездну! Ступай в бездну! Ступай в бездну! Ступай в бездну! Я слаб от нехватки драгоценной крови! Ступай в бездну! Ступай в бездну! Ступай в бездну! Ступай в бездну! Ah!
Ступай в бездну! 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 Они достали, блядь. Здесь больше не появится в этой локации. Увлекательный геймплей. Стойте, где стоите? Сюда. Ладжоба. Чё он там ебёт? Эй, искусственный интеллект, твою мать. Стойте, где стоите. Вы можете убежать от нас. И останетесь целым и невредимым. Умер, к сожалению. Ну ладно, я все-таки рискну, пойду сохранюсь. И с этим запасом крови попытаюсь валить призрака. Стоп, ты, блядь, прекращай глючить, без этой хуйни проблем навалом. Ступай в бездну! Ступай в бездну! А!
Зверь просыпается! Ступай в бездну! Ступай в бездну! Подыхай. Зверь просыпается! Ты обалдел, блин. Чё нашёл? Ступай в бездну! Смотри, чё. Ступай в бездну! Ступай в бездну! Я слаб от нехватки драгоценной крови. Ступай в бездну! Ступай в бездну! Ступай в бездну! Зверь просыпается! Ступай в бездну! Ступай в бездну! Ожидаемо. Ступай в бездну! 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 Интересно, можно как-нибудь шанс крести повысить? Ступай в бездну! Ступай в бездну! Ступай в бездну! Зверь просыпается! Ты чё, обалдел что ли, сука? Смотри, что делает, блядь. Хуесос радужный. Я слаб от нехватки драгоценной крови. Мне это ебать не должно. Thank you.
касанием нахуй почти всю шкалу этой ярости, блядь, накидывает. Че он читер-то такой, не могу. Ступай в бездну! Внимание! Ты идешь или где? Чё тебя воскрешал, блядь? Хуесос, ёбан. Бля, я ему сейчас ёбну, не знаю. Дайте мне табуретку, что ли, блядь, какую-нибудь. Сука, когда не надо, они, блядь, носятся везде, прям по всей локации. Слаб от нехватки драгоценной крови. Зверь просыпается. Ступай в бездну. Ступай в бездну! 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 Ah!
иду в Борис, и хер попадет. Ступай в бездну! Зверь просыпается! Я слаб от нехватки драгоценной крови. Слаб от нехватки драгоценной крови. Ступай в бездну. Проснулся. Стоять. Ступай в бездну! Ступай в бездну! Ступай в бездну! Ah!
же эта сволочь сдохла, блядь. Какой же ты хуесос. Я ищу врага! Так, все, теперь стой тут, короче. Кристоф, ты заебал, ты просто мудин. Ты не говорил с последним. Стойте, где стоите. Стойте, где стоите. Я преклоняюсь перед вашей щедростью, господин. Я благодарю вас. Подойдите поближе, и вы услышите голоса ангельские. Вы можете убежать от нас и останетесь целым и невредимым. Подойдите поближе, и вы услышите голоса ангельские. Вера 20. Вера во что? Вера сил 35. А Вера не вижу, где она.
стоять! Я преклоняюсь перед вашей щедростью, господин. Я благодарю вас. Почему Лютер Блэк прославляет изгнание Каина из сада? Быть может, это напоминает ему об его собственном изгнании из человечества. Кого вы ищете? Лазомбру Лютера Блэка. Это я. Итак, вы пришли убить меня? Да. Давайте, убейте меня, если вы можете. Я жду вашего лезвия и цепей из мини-корси. Тогда ждать больше нечего. Да, это грубо заставлять церковника ждать. Стойте. Я не ищу твоей смерти, Лютер. Я только хочу возврата тех невинных, взятых тримерами. Я не забочусь о твоих желаниях, щенок. Пробуй сделать свое дело или убирайся. Ты не сделал ничего достойного смерти. Кристоф, не играй с добычей, это неуместно. Почему ты так пылко желаешь смерти? Чаша, которую мой отец дал мне. Откажусь ли выпить ее? Богохульник! Бог не управляет твоей смертью. Ты просто ищешь освобождение от нежити. Ради бога, Кристоф, убей его, он хочет умереть. Я вижу, что я тебе понравился, Кристоф. Ты тоже ищешь святого избавления от горькой нежити. Некогда я добивался этой себе любимой цели. Теперь я желаю только спасти ее. Ту, которую я подверг опасности. Тогда ты в самом деле из тех, о ком я молился. Если ты выкупишься, выкупи меня. Я не убью тебя. Пожалуйста, умоляю тебя. Я не смогу попасть на небеса, если подниму на себя руку. Но ты, в твоей власти избавить меня. Это будет добродетельное свершение. Если я возьму твою ношу, ты останешься безгрешным, и твой грех останется только на мне. Твое возвышение будет моим падением. Нет. Да, это так. Да, это так. Но все равно, не сделаешь ли ты этого для меня? Это больше, чем то, о чем я могу тебя просить. Но я все равно прошу. Возьмешь ли ты на себя мои грехи? Нет, я не буду. Даже чтобы вернуть Анеску. Трус. Если ты слишком труслив, чтобы сделать то, ради чего ты сквернил мое убежище, я сделаю это сам и сниму пятно со всех нас. Наконец-то. Солнце жжет меня в пепел! Солнце жжет меня в пепел! Солнце жжет меня в пепел! Ладно, я просто ступил, блядь, в начале. Стойте, где стоите. Сосата. Стойте, где стоите. Oh.
знаете, где стоите. Подойдите поближе. Ступай в бездну! Голоса ангельские. Так, теперь очень аккуратно. Там два духа опять. Проклятые. Ступай в бездну! Зверь просыпается! Ступай в бездну! Вдвоем даже. Я слаб от нехватки драгоценной крови. Ступай в бездну!
Хорошо, мы свяжем тебя. Свяжи меня цепью, Орси, чтобы я в безумии не смог спастись от солнца. Срежем, они свяжем. Почему ты вернулся? Потому что... Да, что тут у нас есть, что полезно? Я ищу врага. Куда тебя несет, дятел, да? Наконец-то спасение. Солнце жжет меня в пепел. Вы хорошо послужили мне. Я у вас в долгу. Увы, я не стал лучшим купцом в Вене, платя долги. Такие расходы нарушают порядок в моих чистеньких бухгалтерских книгах. Кроме того, я хотел бы доставить герцогу новости о смерти Лазомбры самолично. Уберите их. Стой! В конце концов, скажи мне, повредили ли Тремер Энеско? Это все, что тебя беспокоит, когда тебя берут в рабство? Здоровье другого раба? Тебе нужно развивать интерес к самому себе, если ты хочешь пережить это испытание. Скажи мне, случилось ли что-нибудь с Анеской? О, кто может уследить за такими вещами, когда серебро течет рекой? У меня нет времени следить за каждым рабом. Если с Анеской что-то случилось, я уничтожу тебя самым страшным способом, даже если это займет 1000 лет. Ты довольно нагл для раба. Мы посмотрим, как несколько недель голодания охладит твою жаркую кровь. Ты слышал мою клятву, развратный работорговец? Хорошо. Я провел с тобой слишком много времени. Я не могу разбить эту клетку!
Похоже, эта штука непробиваема. Нет, я не пойду обратно в Тремерскую темницу. Тогда дай мне взаймы немного твоей крови. У меня есть план, но мне нужна вся моя сила, чтобы его осуществить. Возьми все, что тебе нужно. Свобода! Как сладка свобода! У меня есть счеты с теми тевтонскими рыцарями. Они плохо влияют на мою родину, и я должен разбить их, прежде чем местные жители подумают, что мы все подлецы. Свобода сладка, их кровь будет еще слаще! Так. Стоять! Здесь я крови не найду. Как ты думал, не найдешь? На этих не умеет что-то высасывать. Совсем уже чудное. Зверь просыпается! Ступай в бездну!
вы свободны! Схватите их! Не дайте им спастись! Зачем убегать, если можно остаться и пировать вашей нежной, теплой кровью? Стой! Здесь я крови не найду. Ступай в бездну! Стой! Здесь я крови не найду. Зверь просыпается! Я слаб от нехватки драгоценной крови. Да, кровь из них нельзя. Это пиздец. Стой! В конце концов, скажи... Стань смотреть этот ролик, блять, ёб твою мать. Ещё один, блять, показатель. Что ты делаешь, идиот, блядь? Стой! Тебя сосут, блядь, расплёк. Ступай в бездну! Эй, там! Ступай в бездну! Здесь я крови не найду! В конце концов... Побег из Шоушенка проще, чем эта хуйня. И вроде бы не шибко такие... По крайней мере, их луксовать несложно, а вот у них урон тоже слабый. Плюс еще из них крови нельзя. Че за пиздец? Come on.
конце... От этого рыжего пидора одни проблемы, блять, убили бы его. Ступай в бездну! Эй, там! Попадай уже. Ступай в бездну. Ступай в бездну. Ступай в бездну. Здесь я крови не найду. Здесь я крови не найду. Эй, там! Здесь я крови не найду. Ступай в бездну. В конце концов, скажи... Я не могу... Ступай в бездну!
Ступай в бездну! Стой! Ступай в бездну! Ступай в бездну! Ступай в бездну! Стой! Стой! Ступай в бездну! Ступай в бездну! Ступай в бездну! Здесь я крови не найду! Надо еще уворачиваться, блядь, уворачиваться с помощью мышки, какой-то бред, нахуй. Стой! Ступай в бездну! Я слаб от нехватки драгоценной крови. Зверь просыпается! Ступай в бездну! Я слаб от нехватки драгоценной крови. С кого мне ее высасывать? Вопрос. Миллион. Ну вот. В конце концов, скажи мне. Короче, наверное, пока их ваншотить не начну. Без дамага, наверное, я не выберусь ни хера. Свобода!
астрально побыть. Ступай в бездну! Здесь я крови не найду! Стой! Хуёвая попытка. В конце концов, скажи мне, повредили... Зверь просыпается! Эй, там! Бесит, когда они хватают меня, блядь. Сама. В конце концов, скажи мне. Ступай в бездну!
давай, блядь, бери, где ты, сука? Ступай в бездну! Здесь я крови не найду. Эй, там! Сосал рыжий насмерть. Бывает. Зачем? Стой! Ступай в бездну! Эй, там! Стой! Стой! Вот так бы всегда, ваншот, блин. Ступай в бездну! Эй, там! Наконец-то кровь, блядь. Аллилуйя. Где ты там, блин? Хорошо. Так. Чё, тупик. Видимо, мне наверх все равно придется что-то.
Ступай в бездну! Ах ты, сука! Ещё мельче не могли сделать, блять. Как? Ёб твою мать, блять. Набзац, короче. Ладно, народ, я сейчас заново этот уровень пока не хочу вообще даже начинать. Блять, пиздец, так далеко дошел, сдохнуть от этих пидоров. Ладно, продолжим в следующий раз. Всем спасибо, кто смотрел, всем удачи и всем пока.